Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор монет, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Данный обзор снова будет небольшим. Действительно, в данном видео представлю вашему вниманию монеты Великого княжества Финляндского. Это, напомню, генерал-губернаторства в составе Российской империи и позже Российской республики с 1809 по 1917 годы. Напомню, что денежной единицей Великого княжества Финляндского являлась с 1860 года финляндская марка, равнявшаяся по отношению к рублю, по-моему, 25 копейкам, а до 1860 года был денежной единицей данного образования российский рубль, как и на всей остальной территории Российской империи. Также напомню, что территория Великого княжества Финляндского включала в себя не только территорию современной Финляндии, но и части Карельского перешейка и Приладожья Северного, являющегося в данное время территориями современной Республики Карелия и Ленинградской области. Такие медные монетки достоинством в один пенни. Напомню, что пенни — это сотая часть финляндской марки. Довольно небольшого размера монетки 1909, 1911, 1912, 1914, 1915 и 1916 годов были мной приобретены. Сохран, в принципе, довольно неплохой, за исключением 1909 года выпуска монетки. Думаю, я ее попробую очистить чем-либо, поэкспериментирую. На аверсе данных монет изображена монограмма или вензель Николая II, российского императора, являвшегося и великим князем финляндским. Напомню, что великий князь финляндский — это титул, который с 1809 по 1917 годы принадлежал российским императорам. Далее. Монеты достоинством в 5 финляндских пенни 1908 и 1915 годов выпуска. Монетка 1908 года также не очень хороший сохран имеет, но я для себя пометил, что данную монету необходимо заменить. При случае я это, безусловно, сделаю. Также на аверсе изображен вензель Николая II, выполненный, к слову сказать, латинской буквой. Аверс тоже данных монет довольно схож с и аверсом, и реверсом монет достоинством в один пенни. Монеты также медные. Напомню, что я являюсь погодовщиком и коллекционирую монеты интересных мне стран. В основном это старая Европа и ее колонии.
по годам, соответственно, и по монетным дворам. Вот такие вот монетки были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. В комментариях просьба указывать обзоры на какие монеты вам было бы интересно увидеть. Также просьба указывать в комментариях, понравилось ли данное видео вообще. Если понравилось, то что конкретно в нем понравилось. Если не понравилось, то что конкретно в нем не понравилось. Всем желаю удачи в пополнении коллекции. До новых встреч!